общество впервые за последнее столетие прочно приковано к судьбам сирот, инвалидов, многодетных и приемных семей. России важен каждый ребенок. Краевому проекту с таким названием исполнился ровно год. За это время многие учреждения и ведомства края объединились для решения проблем детского сиротства. Объединились в Красноярске, объединились в Вачинске, в Лесосибирске, в Минусинске и нашли те формы, которые, на наш взгляд, привели к тому, что количество обращений в детские дома по усыновлению увеличилось, количество усыновляемых, опекаемых увеличилось. Это то, что, мягко говоря, является таким формализованным итогом. Помимо усыновления, проект также занимается созданием условий для ребят из детских домов и психологической помощью семьям, которые решили взять на воспитание ребенка. Но мы будем заниматься достаточно большой пропагандистской работой, потому что мы поняли, что именно рассказ о детях, конкретных судьбах, он очень влияет на мотивацию жителей, приходят, обращаются и принимают детей в свои семьи из детских учреждений. Не должно быть вот какого-то количественного вот такого роста. Главное ведь и качество создаваемых приемных семей. Они должны быть все успешными. За 2013 год проект оброс друзьями, общественными организациями и инициативными группами, которые также занимаются проблемами сиротства в крае. Все они сконцентрированы на решении одной проблемы – это ликвидация, обнуление сиротства в Красноярском крае. Один из интересных проектов, который мы уже начали реализовывать, он называется «Мои горизонты». То есть цель самого проекта – это адаптировать выпускников детских домов. И буквально в самом начале марта месяца мы начали подготовку ребятишек к ЕГЭ. Все участники проекта «России важен каждый ребенок» планируют активно работать и в 2014-м. Ведь вера в то, что когда-нибудь в крае не будет ни одного ребенка без семьи, творит чудеса.